миниатюрный и легкий тепловентилятор. В этом видео мы расскажем про спиральный тепловентилятор Balu BF-HS-01. Это компактная модель с небольшим весом 850 грамм. В верхней части корпуса расположена ручка для транспортировки. Кабель питания несъемный. Разворачиваем вентилятор. Над воздухозаборной решеткой видим переключатели режимов справа и термостат слева. Режимов работы тут три. Обычный вентилятор для летних деньков, средняя мощность нагрева в 750 Вт и максимальный обогрев на все 1500 Вт. Мощности этого тепловентилятора хватит на помещение до 20 квадратных метров. Теперь о термостате. Он поддерживает температуру в заданных параметрах. Слишком жарко – нагрев выключается, а если стало прохладнее – возобновляется. Еще тепловентилятор получил защиту от перегрева. При критически высокой температуре он автоматически выключится, а вот защиты от опрокидывания нет. Так что подбирайте для тепловентилятора место ровной поверхностью, где его никто не заденет и не опрокинет. Что в итоге? Это хороший вариант, если нужен максимально небольшой и легкий тепловентилятор, чтобы перемещать его по офису или дому. Только внимательнее подбирайте место для его установки.